Покупаете в интернет-магазинах? Возвращайте часть денег с каждой покупки. С Letyshops это так легко. Просто зарегистрируйтесь на сайте letyshops.ru. Через... Вы получите премиум-аккаунт в подарок. Выбирайте свой любимый магазин из тех, что представлены на сайте. Кликнув по кнопке «Перейти в магазин». Дальше покупайте как обычно. За ваши покупки Letyshops получает вознаграждение. Именно им мы и делимся с вами, возмещая часть ваших расходов. Так вы получаете свой кэшбэк. Вывести деньги вы сможете любым удобным способом. Получить их на банковскую карту, ваш электронный кошелек или пополнить баланс телефона. Это ваши деньги, и потратить их можно как пожелаете. Покупайте выгодно с Letyshops. Радуйте себя и своих близких. Итак, Гросс-трактор. Давайте разбираться в особенностях этой по-своему уникальной машинки. Как я уже сказал, у нас нетипично большой для своего уровня запас ХП. Это в основном обусловлено тем, что вытанковать слабовой броней в 14 мм мы не можем ровным счетом ничего. Далее рассмотрим орудие. Пушка у нас довольно необычная. Тот факт, что снаряды летят по дуге и очень долго, означает, что на дальних дистанциях толку от нас никакого. Но на ближних с альфой в 110 на третьем уровне мы представляем из себя грозного противника. У ВН 12 градусов это много, и благодаря им на открытых картах мы можем играть через башню. Не то чтобы ее тяжело пробить, скорее в нее просто трудно попасть, и это экономит наши ХП. Еще одной особенностью танка можно считать тот факт, что он не льготный, а значит нас периодически балансит к пятым уровням. И если в топе мы за пару выстрелов разбираем любой танк, то тут мы едва ли можем принести какую-то пользу команде. Пробитие кумулятива в 87 мм, конечно, позволяет наносить урон слабобронированным танкам пятого уровня, а некоторых хорошо бронированных шить в уязвимые точки. Но чтобы делать это, нужно их выцеливать, а с нашим разбросом получаться это будет через раз, а то и через два. А теперь, более-менее разобравшись с тем, что танчик из себя представляет, стоит поговорить о том, как грамотно использовать его.
Как мы все знаем, песочница и бои высокого уровня, в которых лично я привык играть, это абсолютно разные вещи. И тем, кто большую часть времени проводит именно в боях высокого уровня, в песочнице крайне легко. Тут игроки делятся на два типа. Первые – начинающие, которые еще слабо представляют, куда ехать, ввиду незнания карт, и в большинстве случаев действуют наугад. А вторые – короли этой самой песочницы на Т-18 с 3-4 перковыми экипажами, которые устраивают на первых своего рода сафари. И наша задача на Гросс-тракторе – научиться минусовать первых и бороться со вторыми. На открытых картах наш помощник – динамика, которая позволяет быстро перемещаться с одного направления на другое. А наш враг – орудие, позволяющее реализовать ДПМ, только находясь на расстоянии до 200 метров от противника. Все выстрелы, сделанные с большей дистанции, летят наугад. В городе нам тоже будет нелегко из-за полнейшего отсутствия брони. Тут многие игроки еще не понимают, какие танки должны принимать урон, а какие его раздавать. И как следствие, действовать придется зачастую абсолютно без поддержки союзников. А вы представляете, как себя чувствует танк без брони в таких ситуациях? Но в городе чаще всего идет ближний бой, и такого колоссального дискомфорта от косости орудия вы испытывать уже не будете. А теперь давайте подведем итоги. Гросс-трактор, с моей точки зрения, это машина не столь сильная, сколько просто интересная и в чем-то уникальная. Хотя бы из-за своего внешнего вида. На вид слоупочная машинка на деле показывает хорошую динамику, обладает отличной огневой мощью в ближнем бою и бесполезная на больших дистанциях. И в то же время полностью картонная. Поэтому я склоняюсь к тому, чтобы расценивать Гросс-трактор как коллекционный танчик, на котором изредка можно пофаниться в песочнице.
Красавица, мне бы подкалиберных на 85 миллиметров. Ящичек, а? Вы мне не поможете? Возьмите. Кэшбэк. Поможем не только со снарядами. Карта All Games. Возвращаем 5% за игровые покупки. Играй за счет Тинькофф Банка.